Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопи Джанно Самаюктам Биндаванам Манохарам Ваншакалпатару Вашаке Басинду Вебаша Патитанам Пабуне Бхавишнабхибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхатгирим Джатки Патамаханга Банди Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидевай Пиявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарунчайва Нароттамам Девин Сарасватин Вясам Татхо Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхо Упадеш Гаурия Патрасья Пракаса Неча Саданурагта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дхейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетас Падам Сива Виринджанутам Сарасараньям Витаттихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарунаравиндам Ятпада Паллава Накачанда Мани Чатая Бишпуриджита Кимапикабхавадушвадарш Пурнанурагара Сосагара Сарамурти Сарадхикамай Када Кипам Каруси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджануламбита бхужау канака бодато, Шанкиртанай капитаро камалая такшо, Вишамбару дижавару югадхарма палоу, Банде ягат прия кару, Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Бандито Дипарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхаванурупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вивуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманго Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхажавишанатам Багиша Джусва Бадане Лакшми Джасвача Бхакшаси Джасьястиде Самбид Памнишингамахам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама,
Рама, Рама, Хари, Хари. Бхиддате хидая ганти, чидданте шарва саншая, кхиянте чаша кармани, дриштани ватманишвари. Бхиддате хидая ганти, чидданте шарва саншая, кьянте чашва карман, дриштани ватманишвари. Горья Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру told that Горья Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами такой Прабхупад сказал, что обусловленная душа своими собственными усилиями блага обрести не может. Как бы она ни старалась, ничего не выйдет. Шрила Прабхупада сказал, что обусловленная душа Бадда Джива не может сама обрести подлинное, абсолютное благо. Как бы она ни старалась, у нее будет получаться только лишь противоположный результат. То есть она будет стремиться к благу, но получать лишь амангал, то есть то, что совершенно неблагоприятно для нее. Дело в том, что обусловленная душа не понимает, что такое благо, а что им не является. Они лишь следуют за своим умом и затем сталкиваются с проблемами. Это неизбежно. Прабхупад говорит, что в материальном мире все, что, как бы вы ни обустроили свою жизнь все это временно, как бы вы ни безопасили себя, как бы ни застраховывали каску, ОСАГУ, что бы вы ни предпринимали, все это временно. Итак, обусловленная душа стремится обезопасить себя, но у нее ничего не получается, поскольку это невозможно. Она лишь пожинает то, что ей суждено получить по судьбе. Никто не хочет проблем. Никто не привлекает их в свою жизнь, но они сами приходят. Люди хотят жить спокойно, чтобы у них все было хорошо, но проблемы приходят к ним. И единственное решение этого заключается в полном предании лотосным стопам Садгуру. Садгуру, который может принести абсолютное благо обусловленной дживе. Но люди думают, что это какая-то ложная философия. Они не верят в это. Но Прабхупад говорит, что ответственность за мое полное благо вручена в руки чистого преданного, который является посланником Верховного Господа. Итак, мое благо, то есть благо,
Абсолютное благо находится в руках представителя Бхагавана. Мое абсолютное благо в его руках. Прабхупада говорит, я не собираюсь предаваться гуру, который способен дать мне лишь частичное благо, лишь тому, кто способен дать мне абсолютное благо, стопроцентное благо, лишь его лотосным стопам я готов предаться. Прабхупада объясняет, что люди получают гуру в соответствии со своими предыдущими накопленными самскарами. Кто-то получает карми-гуру, кто-то гьяни-гуру. Гуру-обманщики. То есть в соответствии со своими самскарами, в соответствии со своей кармой, живое существо встречает того или иного гуру. Самскары очень важны. Сейчас я хотел бы обсудить один важный момент. Обязанности ученика. Первая обязанность ученика является стопроцентное предание лотосным стопам Шри Гуру. Гурудев не станет вмешиваться в нашу свободу, свободу, которую нам даровал Господь. Но в действительности вы сможете совершить настоящий прогресс, лишь когда обретете стопроцентное предание. Другими словами, передавшись на 100%, вы вручите пульт управления от вас в руки своему Шили Гурудеву. Предположим, кто-то находится в Америке, а Прабхупад здесь, и он спокойно может управлять полностью предавшимся учеником. В моей жизни случалось, много раз происходили такие случаи, когда я получал полное руководство моего гуру. Итак, мы стремимся к этому. Мы хотим находиться под контролем высшей духовности. То есть мы хотим быть под контролем Шуда, Гуру и Вайшнавов. Каждое действие, которое мы совершаем в своей жизни, говорим, смотрим, слушаем, спим, принимаем просад, что бы мы ни делали. Нам кажется, что мы делаем это по своему желанию, поскольку мы обладаем определенной свободой. Прабхупад говорит, много раз он повторял это. Тот, кто заслуживает. То есть я не имею никакой связи с теми, кто отстаивает свои права. Тот, кто говорит о том, что у него есть свобода выбора. Почему это гуру вмешивается в мою жизнь? Прабхупада говорит, что с такими людьми у меня связи нет. Они могут думать, что получили от меня харинаму и дикшу, но связь между нами не установлена. Постоянное, непрерывное
связь с гуру необходима. Если хотя бы на секунду произойдет разрыв, у меня сразу же возникнут огромные проблемы. Мы этого не осознаем, не понимаем, мы слушаем лишь философию. Это не просто слова. Если у меня оборвется связь с моим Гуру Пада Падмой, я буду чувствовать то же, что испытывает рыба, которую достали из воды. Я начну задыхаться. Первый признак подлинной дикши. Приняв дикшу, вы почувствуете сразу же, тут же, если вы полностью предались, что материальный мир подобен сну, и что в действительности у вас нет никакой связи с материальным миром. Не нужно ждать этого. Это происходит сразу же, как только свершилась инициация. И точно так же, когда вы почувствуете, когда вы обретете полное предание Шри Гуру, вы увидите это. Этот материальный мир, ваши мужья, жены, дети, все, что есть в материальном мире, не имеет никакой связи с нами. Мы не имеем никакой связи с этим миром. Однако мы постоянно ее чувствуем. Нам кажется, что эта связь существует. И в этом наша глупость. Туласидасджи Махарадж, великий преданный, он сказал на хинди. Думаю, вы не знаете хинди. Это очень простые слова, простой язык. Даже не особо образованные люди смогут понять их. Когда вы встретитесь с садгуру, первое благо, которое вы получите, гуру наделит вас силой отличать, что есть апракрита, а что есть пракрита. В настоящий момент мы не можем даже этого, мы не можем отличить материю от духовности. То есть такое, казалось бы, такую простую вещь мы не можем увидеть. Так вот, это является показателем нашей дикши. Когда садгуру придет в вашу жизнь по желанию Нитьянанды Баларама, он даст вам четкое, ясное понимание того, что есть пракрита, а что есть апракрита. До тех пор, пока вы будете сконцентрированы на материи, это в действительности очень глубокая проблема, то есть, которая имеет глубинные корни, глубокие корни. Наша привязанность к материи настолько глубока, настолько плотно вросла в землю, что ее крайне сложно срубить, выкорчевать. Можно легко вырвать дерево, которому 3 месяца. Но когда дереву 100, 200, 300, 500 лет, может быть, даже 3000 лет, такое дерево срубить практически невозможно.
корни настолько глубоко вросли в землю, что их даже уже не отследить. То есть они распростираются на огромное расстояние. Так вот, это наше состояние. Наши материальные желания, потребности вошли настолько глубоко в землю, настолько глубоко вросли в нее, что когда Гуру Дев старается произвести операцию в нашем сердце, удалить эти материальные корни, мы начинаем возражать, протестовать и начинаем воспринимать своего гуру врагом. Со мной происходило подобное. Часто происходит такое. Большинство людей воспринимают меня как своего врага. Почему? Лишь потому, что я не обманываю их. Если бы я обманывал, они бы воспринимали меня как друга. Садхгуру, который пришел в мою жизнь, ясно показывает, что есть материя, а что является чинмой. То есть, что есть апракрита, что пракрита. Ты не имеешь никакой связи с материей, потому что ты атма, ты не тело. Несмотря на то, что атма является паравасту, чинмой, не имеет абсолютно никакой связи с материальным миром, никогда не имела. Но мы насильно создаем эту связь искусственным путем. Дживатма является чинмой, так же, как и Бхагаван. Но она создает связи с материальным миром и испытывает счастье, страдания. Занята мирской, джива занята мирской философией, мудростью, благочестивой деятельностью. Но Бхагаван в Гите говорит, что я с этим не имею никакой связи ни с вашей благочестивой деятельностью, ни с греховной. Я никогда не говорил вам заниматься этим. Это ваш выбор. Хорошее или плохое вы делаете, вы за это ответственны. Разве я говорил вам грешить? Никогда. Точно так же, как никогда не говорил совершать благочестивую деятельность. Но вы делаете это в соответствии со своей кармой, со своими самскарами, впечатлениями с прошлых жизней. Это можно сравнить с человеком, в которого вселилось привидение. Начинает вести себя неприемлемым образом, может раздеться и ходить по улице и так далее. В Чайтанья Чаритамрите приводится пример, подобный пример. Кришнадас Кавираджа Госвами пишет на Бенгале. Очень и очень простые и ясные слова.
Когда в человека вселяется привидение, его сознание покрывается. И то же самое происходит, когда ведьма Майя вселяется в нас, то есть покрывает наше сознание, и нам начинает нравиться этот материальный мир. Мы начинаем стремиться к благам, которые он может нам предоставить. В книге Вайшнава Апарадха Гурудев говорит, огромное богатство, огромное количество храмов, учеников. В наши дни может, ну разве может все это указать, что обладатель всего этого является чистым преданным? Нет, говорит Гуру Падма, это показатель Вайшнава Апарадхи. Когда кто-то обретает все это, становится очевидно, что он совершил какой-то из видов, какой-то из аппаратов. Харинам, оскорбление Харинама или оскорбление святого имени или Вайшнава Апарадха. В Англии очень хорошие условия жизни, там хорошие дороги. Как случилось так, что принцесса Диана разбилась? Она не испытывала удовлетворения, поэтому она искала счастье. Но если она та, кто жила в королевской семье, не испытывала счастья, удовлетворения, то кто вообще в этом мире его может испытывать? Она была красива, у нее была семья, но она хотела, она подружилась с каким-то молодым человеком и попала в аварию. Разбилась так, что ее невозможно было опознать. Все было всмятку. Лишь при помощи теста ДНК смогли определить, что это действительно была она. Так вот, это и есть положение обусловленной души. Можете думать, что вот если, может быть, если бы было у меня 5 кроров, 10 кров, то есть сотни тысяч долларов, мне было бы, я был бы счастлив. Но Вамаджи Махарадж говорит о том же перед Бали Махараджем. Бали Махарадж говорит, ты такой маленький, ты еще не зрел, не до конца умен. Не особо умен. У тебя такие маленькие шаги, что ты можешь с этим сделать, с таким небольшим клочком земли? Ты просто не понимаешь. Я лучше тебе, давай подарю континент. Ну, или страну. Ну, если не страну, то хотя бы деревню. Но Ваманадев был непреклонен. Дай мне то, что я хочу. Если ты не можешь этого дать, я пойду. Мне нужно то, что я попросил. Если вайшнав, браман, вайшнав принимает больше, чем ему необходимо, он лишается своей силы. Many times this kind of offer came.
Один преданный однажды сказал, этот преданный слушал мою харикатху и сказал, вам преданные хотят пожертвовать кроль рупиев, большую сумму, как минимум, но вы должны... Пустите эти деньги на то-то и то-то. А вы должны подписать бумагу. Я отказался. Тут же отказался, потому что я знаю, что это не бескорыстно. Они дают эти деньги неспроста. То есть я понял, что это то, что не даст мне блага. Один преданный в Америке хотел переписать все свое имущество на имя одного саду, а тот саду сказал, чтобы он сделал это на мое имя. И случилось так. He was in track because traffic jam. He was in traffic jam. He couldn't reach that place on time. So the whole property was given to that man. And that devotee crying in Maharaj or Bhagavan. And it is the blessing of Bhagavan. Что наследство получил другой преданный. И я понял, что это и есть благословение Господа. Почему вы плачете? Почему вы плачете? Вы что, не видите за происходящим желание Бхагавана? Нужно понять. Здраво мыслить. Все это устраивает Майя Деви. Если саду не может преодолеть Майю, какой баджан он может совершать? Итак, Бали Махарадж думал, его просьба — это словно оскорбление для меня. Это все равно, что если кто-нибудь придет к императору этого мира и попросит пепла. Когда мы просим что-то у Кришны, он думает, что это за глупцы. Они просят такое незначительное. Я могу им дать самого себя, вручить себя. Это сокровище, которое не может сравниться ни с чем во всех мирах. А они просят мочу и испражнения. Вам это действительно нужно? Да к этого полно вокруг. Зачем вы ко мне пришли за этим? Думает Кришна. Итак, Вамана Махарадж говорит Бали Махараджу. До настоящего момента ни один из царей материального мира не скажет, что он полностью счастлив. Даже Индра. Still they could not prove that they were
Даже те, кто обладают огромной властью, до конца несчастливы, не удовлетворены. Так вот, брахманы и вайшнавы никогда не принимают чрезмерное количество. То есть они не берут то, что им не нужно. Они знают, если я что-то возьму, то есть я могу взять то, что мне необходимо. Но больше этого. Я не должен брать, потому что из этого я лишусь силы своего баджана. Если вы по-настоящему удачливы, вы откажетесь от чрезмерного. Саду, гуру и вайшнавы прекрасно знают, что если они что-то примут от того, то есть если они что-то примут, и у них появится привязанность к этому, они лишатся своего баджана. Лучше всего принимать мадхукари, то есть брать по чуть-чуть. Но когда тебе дают миллионы долларов, автоматически появляется привязанность к ним. So I want what I need that you can give. If you don't like to give, I am going. I don't need. You like. Итак, дай мне то, что мне нужно. Если ты этого дать не хочешь, я пойду. Если ты готов дать мне три шага земли, я приму. Если нет, я ухожу. Итак, все эти случаи, все эти истории показывают, насколько осторожен должен быть саду. Саду может видеть прошлое, настоящее и будущее. Может видеть, кто с каким настроением смотрит на него, что в сердце окружающих. Они не хотят совершать ошибки. Потому что, как я сказал, когда в человека вселяется привидение, он не может здравомыслить. Его сознание принимает спящую форму. То же самое происходит с живым существом, когда она попадает в материальный мир, и майя окутывает его сознание. Я знаю, что все вы образованы и мудры, но до определенной степени, но когда майя окутает вас, вы не сможете здравомыслить. Большинство людей, говорит Кришна в Бхагавад-гите, не хотят совершать грехи. Это говорит Арджуна. Так я хочу узнать, почему? Кто, даже не Арджуна, а... Точнее, Арджуна говорит, я не понимаю, почему люди не хотят совершать грехи, но кто-то, будто бы что-то толкает их на это. Будто что-то, невидимая сила заставляет грешить. Бхагаван говорит, мне совершенно не интересно ни ваши грехи, ни благочестивая деятельность.
Агьяна означает невежество, майя. Почему люди так одурманены? Будто под гипнозом. То есть, знаете, как людей вводят в гипноз? Постепенно вы входите будто в состояние комы, вам задают вопросы, и вы отвечаете на них. То есть, ваше глубинное подсознание достает какую-то информацию. На самом деле, шудха, атма не имеет никакой связи с материальным миром. Она гьяна мой, чин мой, ананда мой, пракаш мой. Обо всем этом я говорил. Если, то есть в теле присутствует жизнь лишь благодаря присутствию атмы. Атма влияет на всю нашу нервную систему, то есть заставляет ее функционировать. Как говорит Махапрабху, if that chandan, if you put some drop here, whole day Mahaprabhu speaking, all your body can be cool. Malaya chandan. Mahaprabhu giving this example. Like one mother, Malaya chandan, one trip, put here, whole body. Существует такой чандан, который является высшей категорией. Малайя Чандан. Так вот, если поместить его на лоб, он будет охлаждать все тело. И точно так же дживатма, находящаяся в сердце, дает, распространяется на всю, на все тело, то есть дает силу всем частям нашего тела. Благодаря ей все наши части тела проявляют признаки жизни. Наша нервная система работает. Итак, Бхагаван говорит, атма находится в нашем сердце, она не имеет никакой связи с материальным миром. Однако мы искусственно создаем связи с ним. Tulsidas Maharaj giving a very nice example. Same example Mahaprabhu told. Same Bhagavan. Tulsidas Maharaj приводит замечательный пример. Give you complete idea about how Садхгуру дает нам ясное понимание, как отличать материю от духовности. И увидеть, как мы сами заковываем себя в оковы материи. И гуру все это может ясно показать нам, при условии, что мы готовы принять это, что мы предались ему. Он, гуру наделяет дивья гьяной. Толсидаджи говорит, что когда
same thing Mahaprabhu also told. The blackness of cold, blackness was, surely blackness was there. Because on those days when our childhood, boyhood, we have seen mother cooking by coal or wooden piece. Where does gas come? Раньше готовились на, готовили на углях. Так вот, если угли поджечь, по своей природе они черные, но если их поджечь, они, когда они горят, они становятся цвета расплавленного золота. И об этом же говорит то есть, если вы квалифицированы получить благословение Шри Гуру, он обязательно их даст. Гурудев готов, готов наделить нас, благом, но мы не квалифицированы. Он ждет, чтобы вручить его в наши руки, но мы не квалифицированы принять его. Поэтому Бхагаван говорит в Гите, существует три условия, которые необходимо выполнить, прежде чем получать дикшу от возвышенного преданного. Пранипат. Отдать все, то есть не оставить ничего. Именно тогда вы избавитесь от ложного эго. Затем парипрашна, задавайте искренние вопросы от всего настроения и настроения служения. В таком случае гуру наделит нас духовным видением. За всю свою жизнь я ни разу не записывал заметки, не делал заметки, слушая Харикатху Гуру Махараджа. Когда преданные записывали Харикатху Гуру Падападма, он говорил, вы записываете на рекордеры, но вы должны записать ее в свое сердце. Также преданные любят записывать ее на бумагу, на листы, но это говорит о том, что вы будете лениться и не станете слушать вновь Харикатху. То есть вам будет лень переслушивать Харикатху. Так вот, вы Харикатху записываете в свое сердце, чтобы она навсегда осталась там. Итак, когда огонь поглощает угли, они становятся цвета расплавленного золота. Точно так же, когда Гурудев наделит меня Дивья Гьяной, знание войдет в мое сердце, и грязь моего тела, анархия, грехи испарятся. Проявится сварупа, подобное огню или цвета расплавленного золота. Так вот, почему же сад-шишья настолько важен? Почему настолько важно стать сад-шишья? Потому что сад-шишья и есть сам гуру. Сад-шишья означает, что он сам становится гуру. Somebody going to elect and select by board, council board.
But Guru can never be elected this way, Pope Arturo. Hundreds of such examples you can say, elected, selected, but fall down. No common sense. Сотни раз гуру выбирали, и они падали. Гуру выбрать невозможно. Голосованием гуру не становится путем голосования. И когда преданный становится гуру, он источает свет. Свет, которым освещает невежество окружающих. Он освещает этим светом окружающих его преданных людей. Теперь мы почитаем о том, как Удава Махарадж продолжает задавать вопросы и делиться своими переживаниями. Он говорит, прежде я слышал, что нужно следовать всем правилам, предписаниям Вед, но затем ты говоришь, что нужно оставить все и просто предаться тебе. Необходимо понять очень важный момент, почему Бхагаван напоминает Удаве о Гопи-преме. Потому что Кришна говорит Удаве о сокровенных истинах бхакти. Прежде всего, Бхагаван подготавливает почву, когда он сможет напомнить Удаве о высшей истине, о высшем проявлении любви в этом материальном мире, отношениях Гопи и Кришны. И теперь Бхагаван подошел к моменту, когда он говорит, что все необходимо оставить и нужно просто предаться ему. Тем самым он говорит, станьте как гопи. Гопи совершенно не интересны ни шрути, ни смрити. Единственное, к чему они стремятся, это полное предание моим лотосным стопам. Они гопи никогда не стремились к изучению Пуран, Вед, Веданты. Итак, Бхагаван говорит, я хочу напомнить о настроении гопи. Вы мои самые, ты мой дорогой преданный, поэтому я хочу поделиться с тобой самым высшим, что есть в этом материальном мире. Я хочу наделить тебя сокровенным бриллиантом гопи-премой. Но ты
сопротивляешься, ты задаешь кучу вопросов. Постарайтесь полностью предаться моим лотосным стопам. Постарайся, говорит Кришна Удаве, постарайся. Так зачем же, говорит Удава, все это ты говорил ранее обо всем, обо всех правилах дал наставление. Так ты же мог сказать это сразу. Нет, говорит Бхагаван. Удава. Та гьяна и знание, которое я открыл тебе, я хочу, чтобы ты делился этим знанием с другими, поскольку я назначаю тебя гуру. Гуру должен давать наставления в соответствии с квалификацией ученика. Новеньким он дает одни наставления, тем, кто постарше, другие. Конечно, гуру не станет давать наставления, такие же одни наставления новичкам и уже зрелым преданным. Однажды в читании Матхи старшие преданные, зрелые преданные сказали, они спросили Прабхупаду, можем ли мы обсуждать такие-то темы с юными преданными, с новыми преданными. Нет, сказал Прабхупад, прежде всего, пусть их органы чувств достигнут зрелости. Существует поговорка. Необходимо стать зрелым, когда ты достигнешь определенного уровня, ты сможешь говорить. То есть с ними можно будет обсуждать возвышенные темы. Nowhere, because there is no maturity. Even they cannot keep their bed pure. One brahmacharya sannyasi, if he cannot keep his bed pure, then he is not at all. Если брахмачари или саньяси не могут поддерживать чистоту постели, они не являются ни брахмачари, ни саньяси. First of all, you must give guarantee. То есть, прежде всего, необходимо поддерживать чистоту своих органов чувств, то есть подчинить себе органы чувств. Брахмачари не должны испытывать влечение к женщинам. Когда мы говорим, ну, вот вы постоянно повторяете, я стараюсь, я стараюсь. Так под чьим руководством вы стараетесь? Под руководством глупцов? Если вы стараетесь, прикладываете усилия под руководством чистого преданного, стараетесь на протяжении 10-20 лет, так что именно вы стараетесь? Если вы по-настоящему искренне прикладываете усилия, где результаты? Я никогда не поверю, что такое может быть. Итак, Бхагаван говорит Удаве. Если бы я сразу же дал тебе это сокровенное знание,
то ты не смог бы принять его, так как я оставляю тебя в этом материальном мире как своего представителя. Я хочу дать тебе различные виды татва-гьяны. Если кто-нибудь задаст тебе вопрос, ты легко сможешь дать на него ответ. Одного ачарью спросили. Не может быть так, что, получив ответ садгуру, шишья не будет ему удовлетворен. То есть садгуру рассеивает все сомнения. Это признак садгуру. Садгуру знает, что у вас в сердце, и в соответствии с этим дает ответы. Это одно из важных качеств садгуру. Садгуру должен обладать силой, чтобы рассеять все сомнения ученика. Итак, когда Бхагаван, после того, как Бхагаван закончил говорить о гопи, он сразу же переключился на этот, на эту шлоку, на этот момент. Ты не Йогешвар, ты Йогешварешвара. Ты проливаешь милость на всех Йогешваров. То есть из тебя исходит сила. Ты не просто Йогешвар, ты Йогешварешвар. Я обладаю полной верой в тебя. Никаких сомнений по отношению к тебе у меня не возникает, но я не могу понять то, что ты сказал. Сначала ты говорил одно, потом ты говоришь другое. Поэтому, пожалуйста, избавь меня от моих сомнений. Я прошу тебя о помощи. Итак, теперь Бхагаван говорит. Веда и Веданта — сам я, то есть все наставления исходят из меня. Я знаю, что те наставления, которые я дал прежде, идут вразрез с тем, что я говорю сейчас. Но мне нравятся такие преданные, которые способны превзойти правила и
предписания и уже испытывают естественное любовное влечение служить мне. Я хочу, чтобы новые и новые дживы приходили ко мне, несмотря на то, что бесчисленные дживы окружают меня. Я хочу, чтобы новые и новые дживы приходили ко мне. Я зову их, идите сюда, и я хочу видеть их настроение, их индивидуальное настроение. Так, теперь Бхагаван говорит Удаве: Удава, не беспокойся, я сам являюсь ведами, то есть веды исходят из меня. Почему муни и риши никак не могут почему они находятся в замешательстве? Потому что я не отличен от вед. Итак, прежде всего, Бхагаван объясняет происхождение вед. Брахма родился на лотосе, который растет из пупа Вишна. Лотос, цветок лотоса раскрывается, и четырехголовый Брахма, четырехликий Брахма. Проявляется на нем. Именно так перед нами проявились веды. То есть прежде они были в сокрытой форме. Затем же они приняли форму. То есть в виде Брахмы, как звук, они появились, проявились. То есть они сошли с уст Брахмы, приняли форму звука. Муни и риши внимательно слушали слова слова вед, обладали выдающимися способностями, и однажды, лишь однажды услышав, их они запоминали навсегда. Даже единожды услышав что-то, они могли запомнить это. Поэтому одно из имен Вед — Шрути. Шрути означает процесс слушания. Прежде ни к чему были записи, то есть они, веды передавались в устной форме.
память людей была настолько сильна, что лишь однажды услышав веды, они могли запомнить и передавать их. Ну, затем, по истечению сатья-юги, люди начали терять память. Как в наше время, люди не могут пропустить даже один прием прасада, испытывают слабость. То есть дживы каликалы очень слабы. Поэтому не так практично поститься в век Кали. Лучше следовать Сиддханта Вичару, то есть слушать его, следовать. Да, если вам нравится поститься, конечно, вы должны делать это, но будьте осторожны. Потому что в век Кали нужно следить за здоровьем. Прабхупад говорит, что более практично поесть, немного поесть, но немного принять прасада, но при этом совершать служение. Как я говорил вчера, So Veda was expressed in sound this way. I told two wooden log, dry wooden log there. Я вчера приводил пример того, как возникает искра между из-за трения деревьев. Поскольку они накопили энергию солнца, затем из искры разрастается пожар. Итак, Бхагаван говорит: Удава, я попросил тебя принять прибежище моих лотосных стоп. Different kind of six chakra, Muladhara chakra, Anahata chakra, so many chakra here. На нашем теле существует много чакр. Здесь Аги чакра. Здесь чакра. Those are yogi, they are concentrating on chakra. Йоги пытаются сконцентрироваться на чакрах. Там первая чакра находится на позвоночнике, внизу позвоночника. И постепенно йоги раскрывают свои чакры. Но наш процесс бхакти гораздо проще. Нам не нужно заниматься всем этим. Очень просто мы можем обрести абсолютное осознание, знание. Итак, Бхагаван говорит: Удава, в теле дживатмы происходит. То есть, что бы ни делала джива, спала, ела, шла, говорила, опорожняла кишечник, мочевой пузырь. Нет, на самом деле, ничего, кроме меня.
Не забывай, что я Адвай Гьяна Татва. Что бы ни делала Джива, Не поверишь, Одава, но все, что бы ни делал человек, даже процесс мышления, принятие определенных решений, все это осуществляется при помощи меня, даже санкалпа и викалпа, то есть различные наши умозаключения, принятие решений осуществляется под контролем Кришны. Это знаешь, как это устроено, Удава? Все это устроено при помощи трех гун материальной природы. Раджа, тама, саттва гуны. Сейчас я объясню тебе в деталях, как это происходит, и ты сможешь все понять. I am very knowledgeable person like you. You keep your knowledge with you. We don't need it. Because that knowledge is not a practical knowledge. Yes. So Guru Vaishnava, somebody asking this kind of question. Maharaj, he is great devotee. Why he is going to take the help of that, you know, very material, knowledgeable person? It's called, you know, genius. Sometimes Guru Vaishnava is going to engage some genius into seva. But people think it is the weakness of Maharaj, not that. Иногда Гуру Вайшнавы вовлекают в служение гениев. If sometime find some genius personality going to engage into seva. But outside people think, а люди думают, going to engage? Зачем их занимает чем-то незначительным? They don't know. If Guru Vaishnava can Но они не понимают, что если гуру и вайшнавы занимают таких личностей служением, они обретут севу. Ой, простите, они обретут сукрити. И то есть, благодаря этому он наделяет их милостью, крипой. То есть, каким бы гениальным ни был человек, каким бы выдающими способностями он ни обладал, их с бхакти сравнить нельзя. Кто-то может давать замечательные лекции в институтах, но с бхакти это не сравнить. Даже если он дает лекции на веданту, шастры, это еще не означает, что он является преданным. Еще не означает, что он имеет бхакти. Таким образом, бхакти — это... Бхакти совершенно отлично от ораторского искусства, от каких-то других выдающихся способностей людей материального мира. Мы думаем, что тот, кто может выучить наизусть Бхагавадгиту, есть преданный, но это не так. Гуркшуртас Бабаджи Махарадж никогда не цитировал Веданту, он не мог воспроизвести ни единой шлоки. Так что же вы думаете, он не преданный? Он выдающийся Парамахамса преданный. Бхагаван Гора Чандра отдает ему честь. Он обнимает с любовью, обнимает его. Но мы не воспринимаем таких преданных всерьез. Но нельзя забывать, что бхакти совершенно отлично от мирского знания,
мирских способностей, навыков. Я могу смело заявить, что те, кто стремятся к каким-то внешним вещам, они не заинтересованы в бхакти. Ставят тилок, как-то повторяют харинам, устраивают праздники, готовят и думают, что это и есть бхакти. Поют Харе Кришна, но не понимают. Я на 100% уверен, что не нужна им Дивья Гьяна, что они не стремятся к ней. Если бы она им была нужна, я бы сразу увидел. То есть, лишь взглянув на них, я бы понял это. Именно поэтому я не позволяю таким людям приходить ко мне. У меня на них времени нет. Когда ко мне кто-то приходит, я говорю, что я ничего из себя не представляю. То есть я не хочу, чтобы меня окружали массы. Я хочу, чтобы меня окружали лишь те, кто по-настоящему хотят обрести Дивья Гьяну. И далеко не все готовы принять абсолютную истину. Они довольствуются обычной философией. Они не готовы переварить высшее знание. Как если съесть слишком много роскошных, богатых блюд одновременно, будет несварение. Итак, завтра я буду говорить о том, как Бхагаван Шри Кришна доказал, то есть рассказал о том, как сатва Тамараджа Гуна управляют людьми в материальном мире. Завтра я, по милости Гуру Варги, постараюсь рассказать об этом. Так, с какой шлоки сегодня я начал? Сейчас киртан, а потом я... Ятсактайо вадатам вадинам вай вивада шангвад бхубо бхаванти курванти чайшам мухуратма мохам тасмай намананту гунайо бхунме. This slok I didn't see. I speak another slok. I can speak. So you start kirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare
Кришна Кришна Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари 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 Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари 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 Бол Хари Бол Хари Бол Хари Бол Хари Бол Хари Бол Бол Хари Бол Тай Гаур Хари Бол Хари Бол Хари бол, Хари бол, Нитай Гаур Хари бол, Хари бол. Банчакалпатурвасике пасинду бхавачапатитананг павани бхавишна бхё намамо.